Привет, подземные богомолы! С вами проект Muay Thai CK и я Варченко Виталий. А сегодня мы посмотрим на 10 случаев, когда тренера решили разыграть своих учеников в единоборствах. Начнем с простого, но интересного розыгрыша, который сделали в Германии на тренировке по ММА. По заданию тренера, боец должен был сделать проход к трем манекенам и провести броски. Ну вот с последним у него произошла беда. Манекен отошел и сам провел бросок. Посмотрите, какой шок был у бойца. А это очень интересный пранк, который, увидев вживую, можно было бы сразу вызывать скорую. В одном из торговых центров клуб капоэйры устроил показательное выступление, чтобы привлечь новых учеников. Инструктор решил им в этом помочь. Но так, чтобы они сами этого не знали. Переодевшись в старичка, он медленно прихрамывая подошел к выступающим и попросился попробовать их элементы. Правда, начал он сразу с обратного сальто, чем шокировал всех присутствующих. А дальше начал исполнять элементы, после которых весь этот клуб перешел к нему в ученики. Со стороны это точно смотрелось дико, когда 80-летний пенсионер крутил вертушки и сальто. А это суровый розыгрыш от профессионального бойца ММА, который, нацепив маску, одел белый пояс и пошел в зал джиу-джитсу набираться ума. Поначалу он косил под полного инвалида, но потом в вольных схватках начал ломать всех подряд, включая черных поясов. Конечно, такой талант не оставили без внимания. На первой тренировке заборот черные пояса. И разгадали, кто это. Но от такого шока, когда ты прозанимался десяток лет, а тебе провел болевой мужичок, первый раз пришедший в зал, нужно будет отправляться долго. В этом пранке тренер решил зарисоваться перед студентами и договорился с качком, чтобы тот зашел в зал и сказал пару плохих слов и бросился в драку. Так и получилось. Тренер, отстаивая честь своего зала, решил проучить накачанного беспредельщика. Быстро, больно и эффективно его заломал. Конечно, потом все поняли, что это розыгрыш, но вначале разбежались в преддверии серьезной драки. А потом уже даже девочки решили наказать здоровяка, сломав ему пару суставов. Ютубер и мастер по джиу-джитсу решил запилить веселый ролик. Идея как раз под наше видео. Он приехал в новый зал, одел белый пояс и сказал, что хочет чему-то научиться. Но долго он притворяться не стал и сразу начал ломать фиолетовые и черные пояса, вгоняя ребят в шок. Как можно так проигрывать новичку? В честь зала решил отстоять многократный чемпион и вступил в схватку с условным новичком. Все-таки он пару раз провел болевые и удушающие, наказав блогера за пранк. Но все равно получилось неплохо. А это розыгрыш над Крисом Вайдманом, который решил сделать мастер джиу-джитсу, притворившись его хейтером. Но вывел он Криса из себя не на шутку. That's why we practice that stuff, okay? My brother. How you like that? I'm gonna come to you. All the way to the home. To the home, stretch the fuck away from you, my brother.
А у нас снова инструктор и мастер джиу-джитсу, черный пояс, многократный чемпион. Одел белый пояс, поехал в другой, новый для себя зал и притворился полным нулем. Он делал вид, что не понимает элементарных базовых упражнений, чем еще больше расслаблял напарников по залу. Но потом началась борьба. Он уделывал фиолетовые и черные пояса так, как будто он играется с детьми. Ребята были шокированы и не понимали, что происходит, почему они не могут забороть новичка. Хорошо, хоть в конце тренировки он все рассказал, а то так можно совсем войти в депрессию и бросить тренировки. Профессиональный боец по ММА, который уже сам тренирует ребят, решил сделать себе интересное видео для соцсетей. Он поехал в чужой зал по ММА и записался на первую тренировку. Хочется сказать, что он очень классно работал в стойке по ударной технике. Показал все, что делают новички в спаррингах. Все их секретные удары из фильмов про кунг-фу. Но вот когда дело дошло до партера, он решил показать мастерство и побороться с опытным парнем. Чем он очень удивил его. Паренек не понимал, что происходит и как он докатился до того, что не может одолеть новичка в его первый день. У нас снова зал джиу-джитсу и снова инструктор, который решил проверить новичков в другом зале. Для видео ребята установили две скрытых камеры. Наш герой в черном кимоно сначала довольно удачно притворялся нулевым, но потом включил мастерство. Когда его напарники удивлялись его приемам, тренер отвечал просто: «Я не знаю, как это получилось, наверное, увидел где-то в ютубе». А это самый дерзкий розыгрыш. Парень пришел на тренировку по джиу-джитсу и сказал, что хочет научиться бороться. Когда инструктор объяснял очередной прием, боец встал и сказал, что это все ерунда. В ютубе он видел это по-другому, а инструктор ничего не понимает. В общем, покажи, что ты умеешь, тогда я буду у тебя учиться, как в старых фильмах про кунг-фу. Инструктор сначала думал, а потом прошел в ноги. Но не тут-то было. Наш боец выиграл позицию, задушил тренера. Все ученики были в шоке. Не зря таким способом раньше переманивали целые школы под свое крыло. Но в конце концов тренер и боец объяснили, что это розыгрыш, а они обо всем договорились изначально. Что бы вы делали, если бы так прикольнулись над вами? Особенно где-нибудь на боксе или муай-тай, притворившись новичком, а потом отправив в нокаут. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, пускай будут готовы ко всему на тренировке. А если вы хотите научиться драться или самообороняться, тогда забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.